сейчас поступила информация, что от моего имени хотят расклеить 150 тысяч наклеек на автомобиле, где будет написано «Выбирайте ваш мэр Филатов». Вот такая круглая наклейка на лобовое стекло, которую потом не оторвешь. Но это точно не делает слуга народа и точно не делает власть. Этим занимаются, скажем так, мои конкуренты, которых имя им легион. Их вообще 15 человек. О. Идет кандидатов против меня 15 человек. А зачем тогда им эти наклейки? Что потом... раздражение вызвать. Ну, для раздражения людей. То есть, вы понимаете, человек выходит утром, у него на машине приклеена намертво наклейка. Так, ваш мэр Филатов.